Рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня решила снять такое короткое видео, показать вам свой заказ на 10 фиалочек, которые уже почти все цветущие. Здесь только несколько фиалок не цветет, но они уже с бутончиками. В общем-то, все я уже упаковала. Вот так вот. Сейчас я буду подворачивать еще вот так каждый вот этот вот кулечек с фиалочками. А потом все буду устанавливать в коробочку. Вот. Цветущие фиалки отлично переносят транспортировку тоже. Не все, конечно. Я отправляю только такие фиалочки, которые я знаю, что доедут. Вот смотрите, они в домиках, а под листочками подушечка такая вот из бумажных полотенец. Не жестких, а мягких. Потому что есть жесткие полотенца. Вот такая вот. Вот коробка. Такая вот у меня большая, бэушная. Мне еще нужно будет ее потом подрезать. Вот. Но все вам покажу. В общем-то, сейчас иду, подворачиваю все и потом включусь. Наконец-то я собрала эту посылочку. В общем-то, вот что у меня получилось. Вот эти кулечки все тут с фиалочками. Они не поставлены столбиком, а они уложены. Потому что если столбиком ставить в коробку кулечки с фиалочками, то коробка получится достаточно объемная. Нужно будет много-много пустот заполнить на дне коробки особенно. И это, ну, вес добавится. Поэтому я абсолютно все кулечки уложила. Вот. Потом пустоты заполнила где-то вот такими пакетами. Ну, большинство пакетами, потому что пакеты, они легче, чем, допустим, та же бумага, да? Вот пакетиками вот так вот. Где-то там оставалось у меня еще там салфетки, в общем-то. Потом нашла с подарочной коробочки вот такие штучки нарезные, бумажные. И сейчас вот все это закрою, всю эту конструкцию. Вот, подрезала коробочку. В общем-то, вот так вот все закрою. Проверю, чтобы ничего не болталось, чтобы там все в посылке было недвижимое. И тогда уже буду скотчем вот эту коробку закручивать, заматывать. И саму коробку в черный мусорный пакет. Потому что такую коробку на почте не примут. И все. Посылка будет в пути максимум 4 дня. Думаю, что с фиалочками будет все в порядке. И они благополучно доедут в новый дом. Сейчас еще не жарко и уже не холодно, поэтому, в общем-то, самое-самое, наверное, прекрасное время для посылок с растениями. Кому видео понравилось, ставьте лайки. Если есть какие-то вопросы, пишите, спрашивайте. Всегда отвечаю. Всем всего доброго. До свидания.